Мария, спасибо вам огромное. Спасибо за ваши подробные ответы. И не могу я все-таки не спросить еще один вопрос. Неудобно, честно вам признаюсь, даже формулировать. И тем не менее, вот глава СБУ заявила о российском следе в этих бельгийских терактах. Как вы можете это прокомментировать? Я хотела бы процитировать председателя правительства Российской Федерации, сделаю это с превеликим удовольствием, сказав, что он придурок. Вот этот самый человек, глава СБУ Украины, который смог позволить себе такие слова. Мне искренне жаль людей, которые становятся заложниками решений таких людей, которые возглавляют силовые структуры на Украине и полагают в себя вправе, считают себя вправе делать подобные заявления. На фоне горя европейцев, на фоне сочувствия россиян, ну, еще раз могу только сказать, цитирую, не свое изречение, к сожалению, но полностью его разделяю. Придурок. Спасибо большое. Это были слова Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел. Ну а мы, в свою очередь, процитируем слова главы президентской администрации Сергей Иванов. Нашел только одно слово из медицинской психологии, характеризуя высказывание главы СБУ. Назвал он его дегенератом. Ну а мы сегодня в нашей студии обсуждали атаку на Бельгию. 34 человека погибли и как минимум 200 человек ранены. Многие сейчас до сих пор остаются в больницах.